Когда разработчик приходит в парламент с каким-либо законопроектом, удивляешься, что в первую очередь такое впечатление, что люди не понимают вообще, для чего цель конечная. А все проблема в том, что когда разрабатывают законопроект, по разным причинам нет четкого понимания того, какую задачу поставил глава государства. Вот даже сейчас в ответе на запрос депутата, на вопрос депутата, руководитель налогового комитета рассказывает о проекте, который готовы, мы вот разработали, пилотный. Вы должны были сегодня голову на плаху положить и сказать, мы провалили поручение главы государства, потому что с 1 января 2013 года все должно было работать, а мы все готовы, да готовы. Еще в 2008 году глава государства, выступая в стенах парламента, поставил задачу по улучшению налогового администрирования. Четко все рассказал, каким путем идти, какие сделать акценты, при этом как вывести на дифференциальную линейку. Нет, приносится законопроект, который ничего это не учитывает.